В Ямбурге в минувшее воскресенье состоялся исторический хоккейный матч. Впервые на ледяном корте встретились хоккеисты двух вахтовых поселков «Газпром-добыча Ямбург». Команды давно мечтали сыграть друг с другом. Спортсмены из Новозаполярного уже не один год участвуют в региональных турнирах. Для ямбуржан же этот матч стал настоящим боевым крещением. Поддержать суровых парней с клюшками и насладиться игрой пришли около полусотни болельщиков. И хотя до послематчевых бросков дело не дошло, победитель определился в основное время. Специально для собравшихся была устроена показательная серия буллитов. Хоккей получился очень зрелищным. Тем более форма красивая. На улице погодка. Хоккейный бог нам поддаил погодку. Хоть и с ветром, но тем не менее. Зрители были тоже. Ну, мне кажется, удался матч. Удался матч. И если считать по счету, 8-2 выиграл хоккейный клуб «Заполярье», как они себя назвали, да? В топобули там наши ребята 8-4 тоже выиграли. В общем, получилось 1-1. И получилось, выиграла дружба.